Oh, shit. Here we go again. Астрологи объявили неделю лешего, с вами Saint, мы продолжаем прохождение Inscription. С этим товарищем мы поговорили, да? Я чё, залагал? Узнай, почему они посылают мне всякий хлам на сканирование. Блин, ты один из боссов, я тебе помогать должен. Да мы разберемся с тобой, не проблема. Но для начала, смотрите что. Лешего победили. Тихо, не сюда, вот сюда. Лешего победили, а тут товарищи сидят. Здрасте, ребят, вы там что, как? Иногда я ловить отсюда. Искать хорошие рыбки. Испорченные рыбки, старые рыбки. Здорово. Уф, ты, наверное, заметил, что мост починен? Теперь они хотят, чтобы я дала тебе советы по колоде. Ну, типа, используй редкие карты. Они гораздо сильнее обычных. Но, разумеется, эти переписчики мне порядком надоели. Один безумнее другого. Без шуток. Ясно, почему я не могу плотом воспользоваться? Это странно, ну да ладно. Я куда хочу пойти? Я хочу пойти к Гриморе, потому что мы-то тут все с вами практически решили. Победили всех трех скелетов. Победили. С этими табличками не разобрались. Но не разобрались мы почему? Потому что я невнимательный был, когда я с ними дрался, я толком не читал, что, куда, зачем и почему. А в интернетах всяких ваших этих я разгадку нашел уже, поэтому придется немножко счетерить и сделать так. То есть, если быть внимательным, то это решить легко. Здесь Роял Домингес, это я помню. Здесь, по-моему, Сойер Паттель. А здесь Кейси Хопс. Но, помимо этого, нужно еще указать, от чего умер, и одно из вот этого. Значит, левая. Левая это площадка, левая. Кейси Хопс. Ее убил лед, который упал на голову, и дефибриллятор ей не помог. Внезапно, да, лед на голову упал, дефибриллятор почему-то не помог. А здесь Сойер Паттель. Его съел голодный пес. И он не держит обиду. Ну и, соответственно, третья... Я не знаю, это могила или что это, надгробие. А здесь смерть от цинги у Роэла Домингеса, и лечить было нечем. А вот и вся история, собственно. Чудесно! Думаю, у тебя достойная голова на плечах. Ты готов? Тебе меня не одолеть! А что ты там оттуда пиздишь? Не можешь выйти сюда, что ли? Тебя сдерживали эти три несчастные могилки? Давай я с тобой сражусь, наверное, да? Чудесно, просто чудесно! Я уж боялась, что эти надгробия заточат меня здесь навсегда. Взаперти во власти ума соискателя, пока однажды меня кто-нибудь не найдет. Однако ты сумел до меня добраться, и теперь нам пора сразиться. Ё-моё, какая ты опасная, у неё перо какое-то проклятое. На самом деле мои прислужники не умирают по-настоящему. Посмотрим, как ты справишься. Так, это костяная гончая я. У нас клевер есть, я его не трогаю. Костяная гончая это хорошо, но... Но! Костяная гончая срывается с места и занимает оборону. Да занимай. Перезанимайся. Вот сюда займи оборону. Молодец. На! Волчонок становится взрослее. Что это такое? Саркофаг. Перевоплотиться во взрослую особь после одного хода. Наберет он меня. Хо-хо-хо-хоу! Здорово, пацаны. Да я просто вот так еще раз сделаю. Чудесно! Настал момент для моего пера. Костяная гончая рип. Ход 1, ход 3. Убийца, волшебный рыцарь. Этот зверь еще вернется. Не страшно.
Смерть, это еще не конец. Саркофаг Арип. Ход 2, ход 3, убийца волк. Твой друг вернется совсем скоро. Да вот так. Спасибо. Ты почти справился. Но следующий этап тебе не понравится. А, ну понятно. Твою ж мать! Все ваши карты рип. Все мои карты просто рипнулись. Ты скучаешь по ним? Не волнуйся, конечно же, ты получишь их обратно. В виде трупов. И что, они трупы теперь? Да, а что он 0-1? Какой с них понт? Зомби. Банши я не могу нормально атаковать. Блин, ну это бред, наверное, да? 0-1, а это... Ну, а, он и не заблокирует даже ни хрена. Я смогу пожертвовать его, мне просто интересно. А, давай. Огонь. Ученица мага не может жить без моксов, а поэтому умирает. И вторая тоже. Заебись, у меня белка. И еще одна белка. Саркофаг становится взрослее. Едарить! Это что за нахуй, владыка мумии там высрался оттуда, а ну слышь, давай еще раз. Славная битва, можешь вновь испытать свою удачу, соискатель. Но не жди, что я буду поддаваться. Так, ты короче читерская. Ты убиваешь моих юнитов, сносишь их с доски и даешь мне их как трупов, а нахрена они мне нужны как трупы? Желаешь вновь бросить мне вызов? Прекрасно, меня до сих пор трясет от нашего предыдущего боя, Ангард. Ой, а ты что, по фехтованию что-то шаришь, Ангард? Чисто термин с фехтования. Прислужники, готовьтесь к смерти, а после снова к жизни. Ля, вот это хорошая карта. Двойной пулеметчик. Костяной огонь сейчас срывает с места, занимает оборону. Занимай, занимай. Огонь! А, ты обратку получаешь, это плохо. Это вообще плохенько так на самом деле. Вот эту херобору надо убить просто сразу. Чтобы она не выросла. Саркофаг становится взрослее. Какого хера? Да не, у меня мокс сплошной. Я опять проиграл, пацаны. Да. В этот раз еще хуже, чем в первый раз. Че, мы с тобой долго будем сражаться? Моих бессмертных существ нелегко одолеть. Возможно, тебе следует отыскать больше наборов, чтобы исправить положение. Слышь, не надо мне говорить, что мне делать, я не скажу, куда идти. Давай это самое, погоди. Погоди. Мне просто не повезло. Нет, я еще раз пробую. Мне не повезло, мне одни моксы выпадали. Ты не теряешь надежду, меня это уже утомляет. Но я все равно должна принять твой вызов. Посмотрим, как ты справишься. Клевер. Смотри, мы делаем как. Костяная огонь сейчас срывается, конечно. Она конечно, срывается, но мы на мокса ее переключаем. Волчонок становится взрослее. Не волчонок, а волчара целая. На нахуй! Давай еще разок. Ах! Дай-ка я впишу. Саркофаг Rest in Peace. Убийца волк. Оживи. Огонь. Я просто карты набираю себе. Я себе тупо набираю карты, и меня это в принципе устраивает. Костяной огонь сейчас срывается с места. Конечно, с места сорвешься. Еще бы. Ах, дай-ка я впишу. Rest in peace, саркофаг, rest in peace. Оживи! А мы так бесконечно будем друг друга бодать. Банши! Rest in peace, ученица мага ее убила.
Я себя карточки набираю на второй раунд. Саркофаг, rest in peace, убийца волк. Ну и мы добили. Хорош. Ты почти справился? Но следующий этап тебе не понравится. Все ваши карты rest in peace, убийца Гримора. Я верну их тебе. Только не совсем в том же виде. Это вообще великолепная история. Знаешь почему, подруга? Потому что я тебя сейчас буду просто ушатывать. Ушатаю я тебя. Просто ушатаю. Сюда сорвись. Молодец. Огонь. Костяная гончая. Убийца поработ. Все отлично. Горностайчика моего. Зомби rest in peace. Убийца волшебный рыцарь. Вот сюда. Вот так. Банша rest in peace. Убийца бог богомолов. Излишний урон получил. Она вернее получила. Ой, я этого не ожидала. Конечно, не ожидала. Просто карточки мне правильно выпали, наконец-то. А не три мокса и белка. В одной руке и все, и не можешь атаковать. Ну что, прощай, Гримора. Ты и вправду меня победил? Я этого не ожидала. Я знаю, что ты хочешь перенять титул у Магнификуса. Но скажу тебе по секрету. Вскоре тебе представится возможность изменить свое решение. И я прошу у тебя пощады. Возьми эти карты и уходи. Спасибо за наборы. Мясобот. Когда мясобот приносится в жертву, получаете 3 капли крови вместо одной. Ля, хорошая штука. Забрал. Давай еще. Еще мясобот. Всадник без головы 13 костей стоит. 5-5. Ядрить, колотить, карты добавлены в вашу коллекцию. Низкий уровень заряда. Это что такое? В смысле, у меня никакого низкого уровня заряда нет. Что там разрядилось? Камуэркс, да, разработчик игры, что случилось? Это типа у чувака, который видосы снимает, поэтому всему, да, разрядилось. Что-то разрядилось. Надо бы уже отправить. Тем, кого это касается. Слишком формально. Здравствуйте, восклицательный знак. Меня зовут Люк Кардер, я фанат ваших коллекционных игр. Если вы смотрели мой YouTube-канал, то знаете, что я признателен вам за весь мерч, который вы мне когда-либо посылали. Именно поэтому я был удивлен, когда узнал, что существует цифровая версия игры Inscription. Мне кажется, что кто-то из моих фанатов... Стой! Заколебешь, такой быстрый. Мне кажется, кто-то из моих фанатов решил пошутить и закопать копию игры в лесу, недалеко от моего дома. Поискав в интернете, я не смог найти никаких записей об этой игре. Это какой-то хитроумный розыгрыш? Отправь скриншоты ему, слышишь, или ей, разработчику, в общем. Никаких упоминаний об этой игре, это какой-то... Хитроумный розыгрыш? Игра не похожа на проделки пранкеров. Похоже, что ее разрабатывали профессионалы. Я озадачен, но в то же время рад такой находке. Буду благодарен предоставить вам информацию, которую вы можете пред... Что? Погоди. Господи. Он так быстро говорит. Буду благодарен за любую информацию, которую вы сможете предоставить. Спасибо, канал Lucky Carder. Хорошо, этого достаточно. Отправлено. Не могли они растянуть полоску субтитров вот на всю вот эту штуку, чтобы не очень быстро менять 3 слова, которые ты не успеваешь прочесть, а спокойно читать длинную фразу. Христос всемогущий. Погнали. Привет всем картежникам, с вами Lucky Carter, и это... Кардер, вернее. И это, ну, это видео слегка необычное.
Скорее, это вопрос. Моим зрителям, за эти годы я понял, что никто не знает карточные игры лучше вас. Поэтому я надеюсь на вашу помощь. Кто-нибудь из вас играл в видеоигру по Inscription? Или хотя бы слышал о ней? Я о той винтажной игре, комплект которой я показал на прошлой неделе. Не знаю, могу ли я об этом говорить, я не хочу неприятностей. По-моему, я нашел единственный экземпляр цифровой версии Inscription. Я записывал свое прохождение, и, это странно. Я не хочу показывать футажи, дабы не огрести проблем, но кто-нибудь может мне помочь? Скажите, что я не единственный, у кого есть эта игра. Я ищу уже целую неделю и не нашел в интернете ни слова о ней. Я написал издателям, вдруг они откликнутся. Но у меня также есть прекрасные зрители, которые могут мне помочь. Вот и все. Это все видео на сегодня, как обычно. Спасибо за просмотр. Ах, да, и, кстати. Кто из вас... Что? Что это такое в конце? Кто из вас, черт возьми, слышал о... О чем? Непонятно, тут все прерывается, и... 01010101 какой-то бинарный код. Мистер Картер, мы получили запрос относительно цифровой версии нашей интеллектуальной собственности Inscription. Может вас заверить в том, что такая игра существует? Что? Да помедленнее читай! Можем вас заверить в том, что такая видеоигра никогда не продавалась. Однако, если вам в руки попала собственность GameFuna, вы обязаны вернуть ее нам согласно закону о компьютерном мошенничестве и злоупотреблении. Устройство будет считаться похищенным, если вы не передадите его нам в разумные сроки. Просим вас аккуратно упаковать устройство и напечатать на коробке прикрепленную транспортную этикетку. Посылку можно отправить в местном почтовом отделении. Нам бы не хотелось возбуждать судебный иск против вас, поэтому просим вас отправить... С уважением, Департамент счастья потребителей GameFuna. Хрена себе, у них департамент счастья есть. Я тоже в таком хочу работать. What the fuck? Какого черта? Короче, это игра про чувака, который нашел дискету, а за то, что он ее не отдал, его похитил настоящий леший. Вот что и было в первом акте. Ладно, это бред какой-то. Но было бы забавно, кстати. Заебись. Секунда 17, неплохое видео. Я думаю, пора мне развивать свой канал и вот такое записывать. Пора вот такое мне выкладывать тоже. Кажется, эта женщина работает на GameFuna. Она стучала вчера, но я не открыл дверь. На этот раз я все запишу. Здрасте, добрый день. Чё за херня? Они там чё, в матрице какой-то живут? Как ты взаимодействуешь с камерой, не трогая её? Как ты прерываешь связь? Дискету с игрой. Смотри, просто смотри. Дискету с игрой? Inscription? Мне сказали, что вы нашли копию. Звучит знакомо? Нет, я не слышал об этой игре. Вы сказали Inscription? Нет, я не слышал о такой. Серьезно? Просто вы написали... Нам на почту, вы ведь... Люк Картер, верно? Ваша почта luckycarter@gmail.com? Да, но вообще-то это... Я Люк Картер, но это не моя почта. Точно. Точно? Просто я в этом уверен, поскольку смотрел ваше видео, я ваша фанатка. Спасибо, что смотрите. Кстати, а как вы узнали мой адрес? Мой начальник сообщил. А как вы открыли калитку? Она же заперта. Вот что, Люк. Я оставлю свою визитку. Если вспомните что-нибудь, свяжитесь со мной. Хорошо? Непременно. До свидания. Фига, как странно все просто. Ужас. Ужас, как странно.
Что за херня? Он, кстати, каждое видео заканчивает What the fuck? По-моему, классно. Так, еще немножко премиум-контента. Привет всем картежникам, я с вами Лаки Кардер, и это очередная распаковка. Сегодня открою тайны легендарии. Надеюсь, мне попадется чудесный фойловый Валамир. Ну открывай давай, Господь всемогущий, что такое? Я так не могу. А чё не так? Давай фойлового Валамира, камон. Я понял, я понял. Выйти из меню видеокамеры? Да, пожалуй, да. Так, продолжаем записывать. А, ты геймплей все-таки пишешь, да? То есть ты потом кому-то что-то отдашь. Молодец, 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 молодец. Молодец, молодец. А, тут эта ебака сидит, да, я помню. Я помню, там чувак сидит, который говорит, ты принес мне подношение? А я такой, нет, не принес, потому что я не знаю, что тебе подносить. Хочешь что-то купить? Да, очень хочу. Груды костей, скелет, могильщик, зомби. Смертоносный набор. Если я могу позволить двух скелетов, одного могильщика или зомби. Да, у нас есть зомби? Погоди. Мне зомби, в принципе, нравится. Он меня там... Сломанный обол. Когда сломанный обол получает ход, обидчику возвращается 1 единица урона. А меня там зомби или кто наказывал? Франкенштейн, ходячие подлецы, сломанный обол. А, погоди, сломанный обол, их две части. Смотри, они как... Или не зомби меня бил. А, этот мумия, какой-то король мумии меня бил. Как будто медальона два. Два куска медальона. А может тебе медальон принести? Слышь, дружище, это похоже на то, что можно было бы собрать и принести тебе. Из саркофага повеяло гнилью. Здоров, сатанюга. У тебя нет подношений? Да ну и хрен с тобой. Тоже мне. Сказал бы хотя бы какое подношение, что гадать должен. Тоже мне. А тут что? Ой, здорово, это этот грибник. О, нет. Ты нашел нас? Это хорошо? Это хорошо. Нам нужны дубликаты. Видишь схему? Нужны две такие карты. Спасибо. О, у тебя есть карты? Пожертвовать две карты, могильщик? Да. Хорошо, закрой глаза. Это зрелище будет неприятным. Ну, он, короче, соединяет карты. Это прикольно. Она получается намного сильнее. Спасибо. Вот твой приз. Двойной копатель. Копатель спор. Копатель спор дарит своему владельцу одну кость в конце каждого хода. Дополнительно. Копатель спор дарит своему владельцу одну кость в конце каждого хода. Короче, две косточки дарит. Карта добавлена в вашу коллекцию. Видишь схему? Нужны две такие карты. Пожалуйста. У меня есть такие? У тебя получилось. А теперь давай карты сюда. Две карты полевые мыши. Давай, почему нет? Закрой глаза. Хочешь посмотреть, что мы сделали? Споровые мыши. Когда на доске появляются споровые мыши, вы получаете копию этой карты. Когда на доске появляются споровые мыши, вы получаете копию этой карты. Короче, два вот этих эффекта работают. Это вообще круто. Это очень круто. Это прям огнище. Что еще ты мне предложишь? Нам нужно для наших экспериментов. Нам нужны дубликаты. Видишь схему? Наши эксперименты должны продолжаться. Две одинаковые карты. А, у меня еще нет. Погоди, это что за херня? Это робот, а? Колода. А ну что там по роботам у меня, я не понял. А, одна, слушай, сторожевой дрон, один всего. Так, это не дело. Что-то тут у тебя можно найти, нет? Потрогать, пощупать. Слышь, другалек, нельзя, да? Ладно, я вернусь, ты это не уходи никуда.
Главное, никуда не уходи. Поехали к этому роботу. Такое ощущение, что сюда можно подойти. Да? Вы копошитесь в груди старых карт и находите один набор. Давай сюда. Проводник энергии. Пока проводник энергии находится в замкнутой электрической цепи, ваша шкала энергии не истощается. Какая херота. Загадочки. Мои любимые, ни хрена не понимаю, как их делать, но... навесело пиздец. Вот и все. Замок открылся и выдвижной ящик вместе с ним. Внутри лежало два набора карт. Вы получили техногенный набор карт. Так, а где техногенный вот этот робот, который мне нужен? Азарт-бот крутая штука. И мясобот тоже неплохой. Миссис Бомба. Когда на доске появляется Миссис Бомба, все пустые ящейки заполняются бомбоботами. Хорошая карта. Карты добавлены в вашу коллекцию. Давай еще. Проводник, стальные мыши. Окей. Плазма Джимми. Используется при нажатии. Отдайте одну единицу энергии и нанесите одну единицу урона существу, напротив которого находится плазма Джимми. Макс стимуляции. Господь Христос всемогущий. Давай, открывайся. Так, это что за, что за херня? Секунду, погоди. Я тебя атаковать должен. Я тебя вот так атаковать должен. Вот так, да? Замок открылся, изнутри появился ящик, в нем лежало два набора карт. Давай, давай, дубликат. Проводник энергии. Да нахрен мне твои дроидищи. Нахрен мне твои проводники энергии. Дай мне нормальный вот этот дубликат тот, который мне нужен. Чтобы я пошел к... Не даст. Чтобы я пошел к... грибочку. Тут все, да? Спишь там или что? Смотри, спит. Ну какой? Ну сука. Спит. Так, ну это торговец явно, да? Хочешь что-то купить? Дроидище, мясобот, попрыгунчик. Примерный прыгун. Понятно, понятно, понятно. Ничего не понятно, но понятно, конечно. Давай сюда. Так. Опа, здорово. Так. На что это мы выходим? Плюс один, ноль. В смысле ядрить тебя, колотить? Опять же, не хе. Окей, ладно, сделаем вид, что я реально понял, как это решать. Сейчас, сейчас мы и проверим, тут скорее всего что-то сложнее. Должно получиться 6 в общем итоге. Как оно, блять, работает? Оно с каждой стороны прибавляет по единице. Все. Окей, это чуть легче, чем загадки вот с этим, которые были у Лешего и вот тут, в той комнате. Я реально легче. Так, в смысле, погоди, слышь, пусти. А, вот сюда, мостик. Вы получили техногенный набор карт. Корабль-призрак. Блять, корабль-призрак, кстати, противный. Скелет поражает, плазма Джимми опять. Карты добавлены в коллекцию. И все? И еще техногенный набор карт. Ну, неплохо. Что? Что тебе нужно? Разве ты не видишь, что я очень занята? Что? Погоди, это не поза, это, наверное, ПО-3. ПО-3 недоволен моей работой, но я всего лишь инспектор. Чтобы улучшить ботов на линии, мне придется... Да кто ты вообще такой? Почему ты выполняешь приказы ПО-3? ПО-3 доверяет лишь тем, кто хоть что-то понимает в карточных играх. Я очень занята, но я должна знать, насколько ты компетентен.
И значит, ты сразишься со мной. Это гениально! Прикиньте, на собеседование приходишь такой... Хочешь устроиться на работу, тебе говорят, мы должны проверить, насколько ты компетентен. Давай раз на улице махнемся, проверим, кто сильнее. Пустой проводник, попрыгунчик. Да, пацаны, вы чё? Это же вообще Изянова, смотри. Проводники хреновы, я тебя сейчас проведу. На! Так, это херово, это что такое? Это я не понял. Это самое, ну убей. Они заряжают их! Ты посмотри, что творит эта гнида, она заряжает! А ну, слышь, это разрядись. Хе-хе-хе-хе! Шо, уже не такие сильные, да? На! Блять, больно-то как. Азартбот тянет жребий. 4. Бум. А вот так. Хо-хо-хо. Я ж тебя сейчас высушу просто. Излишний урон. Ой-ой-ой-ой-ой. Получено 8 фойловых карт. Это вообще красиво сейчас было. Ну и ну, похоже, ты не врал про приказ ПО-3. Как я уже говорила, я всего-навсего инспектор, не инженер, не проектировщица. Я не могу отправить новых ботов, но я могу отправить себя. Я горжусь своей верной службой. Рада встрече, незнакомец. Гениально! Ты собой пожертвовала? Ты нормальная? Зачем ты? А кто будет инспектировать? Ты же инспектор по контролю качества. Кто будет проверять вот эту хрень, которая оттуда ползет? Чё ты голову себе оторвала? Больная, что ли? Ползет. Слышь, ты как к этому относишься? Тут суицид произошел на работе. Тебе нормально? Он спит, блядь. Ему вообще пофиг. Ему с ратушки. Где голова ее? Капец. Ему все равно, это жертвоприношение на работе. Я бы засудил такого работодателя. Так, тут загадка, да? А, обязательно использовать эту херню, да? Окей. Раз, два, три, четыре. А карты не дадите мне? Ладно. Минус один, один, ноль. Так, секунду. А нахрена мне их использовать, если мне и так хорошо? Объясните дураку. Объясните, я не понимаю, я дебил или что? Что не так? 3. Семь. 4. Ни хрена. Это вообще все вырубает. А, стой, блин. Ой, дурак, вот так. Нет, не так. 4. А что не так, погоди. Где-то ошибка. Явно, где-то явно ошибка, дамы и господа. Надо найти и устранить ее. Вот она где. Тут вырубаем, тут вырубаем. 3 выходит. Херня какая-то. Вот мы и застряли. Семь. Минус один.
Он у каждого отнимает минус один. Где логика? Вот это что за херня? Что она делает? Почему? Нахрен ты нужна? Ты мешаешь только. Ты понимаешь, что ты мешаешь, кибергнида? Ну, конечно. А, я понял. Все, надо было вот этим... Короче, вот эта штука, которая отрубает электричество, отрубить правую, все. Все, я понял. Здорово. Ха-ха-ха. А что это было? Я плавильщица. Мне посылают сырье, и я, ну ты сам понимаешь. Выпусти меня, ни слова больше. Мы должны сразиться на картах. Пролетела фраза от нее, выпусти меня. Типа, в тебе кто-то заточен? В тебе кто-то сидит? Проводник плюс один? Эти проводники дурацкие. Сразу атака. Раз, два, три. Электропроводник создает попрыгунчиков в электрической цепи. Хреновы попрыгунчики. Волшебный рыцарь не может жить без моксов, потому умирает. Да, блин, и второй помрет сейчас. Это very хреново. Very хреново, моксы падают. Не могу атаковать. Ворон. Оу май. У вас недостаточно карт крови. Это пиздец классно. Что мне с этим делать теперь? Смотри, короче, Мокс, Шмокс, эта дама из Амстердама. Огонь! Проводник силы получает чрезмерный урон. Блять, моего робота убили. А мне КГ. Потому что одни моксы падают сплошные. Как я могу побеждать расходниками? Ой! Какая жалость! Ты проиграл! Спаси меня, а теперь оставь нас! Оставь меня! В покое! Погоди, в тебе что, кто-то сидит? Да? Да? Еще? Давай еще. Еще давай, сражусь с тобой. Смотри, значит, сразу белочка. Сразу волчарочка. Сразу вот так, опа, раз, на атаку одну. Проводник создает попрыгунчика в электрической цепи. Волчонок становится взрослее. Это зуебис, потому что сейчас он будет надирать себе S. Минус. Просто лишний. Просто наберешь. Пожалуй, просто вот так. Пока что. Хорошо. Это неплохо. Это все еще пока неплохо, потому что мы делаем вот так, и вот так, и вот так. Снимаем им атаку. Отлично. Вот, когда выпадают нерасходники, выигрываешь. Сражение было великолепным. Итак, теперь, когда с этим покончено, что ты хотел мне сказать? ПО-3 требует более качественных ботов? Видишь ли? Я плавлю металл, но я не могу перепрограммировать штамп-машину. Нет, я знаю, где можно найти одного бота для сканирования. Нет, 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 ха-ха-ха, да, за ПО-3. Понятно, короче, они все будут головы откидывать свои. Ядрен псатиж, что за херня?
Так, вот от математика подъехала. Вот от математика подъехала, конечно, да. Как у нас дела? Раз, два, три. В смысле? А почему? Раз, два, три. В чем твоя проблема? Наркоман, что ли? А ну давай быстро мне. Ты что, издеваешься надо мной? Ну вот, все. Все, я решил задачку. Карты мне давай. Карты мне давай, говорю. Еще немножко мучений. Так. 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 Ну и сюда. Хорош. Опа, это что такое? А, окей, это пропасть вниз. Да, хорошо. Задачки, короче, становятся сложнее и сложнее. Но мы получили техногенный набор карт. Гаечная гончая, между прочим. Шахтер. Написано через четверку и семерку. В конце хода владельца шахтер перемещается в сторону, изображенную на символе. Ну окей, не самая плохая карта, кстати. Техногенный набор карт все еще. О май, модуль моксов. Пока модуль моксов на доске, у его владельца есть зеленый, оранжевый, синий самоцвет. Ля, это круто, кстати. Так, и чё, и куда? А, вот, вижу, вижу. Нет! Ты чё делаешь? Вот, вижу, товарища. Слышь, как тебе зайти? Во. Хоу-хоу, дружище. Я в курсе, зачем ты пожаловал. Ты хочешь, чтобы я лёг на линию? Увы, приятель, ничем помочь не могу. Я выполняю особое распоряжение. Надо тут кое-что вычерпать. Да мы можем потягаться. Что скажешь? Победишь, и я тебе что-нибудь подкину. Но под пресс не лягу. ПО-3 меня простит. Ты как скажешь, друг. Мне как бы не надо, чтобы вы под пресс ложились, если что. Если вдруг чего. Раз, два, три. Хотя нет, приятель. У меня не получится играть и работать параллельно. Я тебе вот что дам. Что ты мне дашь? На, бери свой набор. Так просто? Окей. Карта добавлена в коллекцию. А теперь катись. Мне работать надо. Ишь ты. Неужто это... ПО-3 очень обрадуется, когда это увидит. Катись отсюда! Да я качусь, качусь, не ссы. Не ссы, качусь я. Я тут все разгадал. Всех победил. Не туда, всех победил. Ну сейчас, наверное, по логике нужно будет победить ПО-3. Это логично. Мы победили Гримору, победили Лешего. Здорово, слышь? Качество ботов не улучшилось. Но ты сразился со всеми моими подчиненными. Да еще я одолел их? Дай-ка я еще раз взгляну на твою колоду. Да ну? Ты победил их всех с вот этими картами? Ну ладно. Возможно, я упустил из виду некоторые синергии. Ну тогда приступим. Видишь эту конвейерную ленту? Такая же, как и у меня на фабрике. Проверим, насколько умело ты раскладываешь карты на столе. Это что за нахуй сейчас? Что это за конвейерная херня? Мошка-дрон, инспектор, мясобот. Слышь, мошка-дрон, я твой рот сейчас это самое, да. Раз, два, три. Да, было такое.
Ты понял принцип? Тогда ходи. Да я-то принцип понял, я тебе сейчас лицо бить буду. И как бы ты ничего с этим не сделаешь. Ты тут каким хером? Другалек. Он за меня теперь, типа, или что? А, да, он за меня! Тебе пизда, ты понимаешь это? Бомбовоз взрывается, все, кто стоял рядом, погибают от взрыва. Оу, сканер включен. Какую же карту отсканировать? Шучу. Конечно же, самую сильную. Дурак, это самое сильное. Далеко не лучшие параметры. Чего? Ты чё, мудак? Ты мудак, скажи мне, ты чё сделал? Твой ход, хорошо, что он и это отсканировал, господь всемогущий. Волшебный рыцарь не может жить без мокс, поэтому помирает. Ебать, какая же мне пизда сейчас будет. Типа рили? Ну давай! А вот так. Отсканировал он воронов, сука, и они все за меня сражаться стали. Фу, тебе просто повезло. Да-да-да, давай-давай, катись отсюда, железяка. Никакой скилл не важен, когда тебе фартит. Давай еще сыграем, хочешь? ПО-3, давай еще сыграем. Чё ты такой, это самое, вредный? Кажись, ты победил. Ты поставил себе цель стать новым переписчиком волжбы? На замену тому старому дилетанту? Лучше б ты передумал. Вы получили техногенный набор карт. Окей. Ой, кошка, наконец-то, у меня есть кошка. Карты добавлены в коллекцию. Стальные мыши, фотошпион. Когда фотошпион наносит обидчику урон, тот сразу погибает. Дополнительно, фотошпион наносит 1 единицу урона существу, занявшему ячейку напротив. Неплохо, кстати, очень неплохо. 2 кошки у меня. Че, нечего сказать, да? То-то же. Здорово. Че есть? Хочешь что-то купить? Блин, можно на самом деле наборчик один? Неплохо. Пойдет. Не, пока хватит. Я остановлюсь. Мне может пригодиться еще дополнительные эти фойловые карты. Так, ну у нас по плану вот этот товарищ, он последний. Я его специально напоследок оставил, потому что мы же сказали, что, ну, выбрали путь, что мы займем его место, и поэтому я его и не трогал. Сейчас глянем, мы нашли, может быть... Здорово! Видишь схему? Нужны 2 такие карты. Пожалуйста. Наши эксперименты должны продолжаться. 2 одинаковые карты? Блять. Какие это карты? Пустой проводник тебе нужен? А, не, вот, сторожевой дрон. Сейчас пойду куплю дрона. Я за дроном. Да не обращай внимания. Ах, это ты и так проиграл уже. Здорово. Дрон. Дрон мне запили. У тебя дрона нет. Почему? Ты что, слабак? Почему у твоих людей нет дрона? Объясни мне, ПО-3. Что это такое? Я не понимаю, искренне. Искренне не понимаю и негодую. Ладно, дамы и господа, давайте заканчивать на сегодня. Автосохранение нужно, чтобы прошло. Вот так сделаем, дискетка появилась. Вот так сделаем, все красиво. Будем заканчивать, продолжим сражаться с, я не помню, как его зовут, Магнификус, по-моему, в следующем эпизоде. Я благодарю вас за то, что вы посмотрели эту серию. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь также на телеграм-канал и группу ВКонтакте, ссылки на которые вы найдете в описании под роликом. Ставьте лайки, комментируйте. Увидимся с вами в следующей серии прохождения Inscription и в других играх. Всех обнял.